и снято. Надеюсь, вы застрахованы, потому что заплатите за мою хичули. Идиот. Оу. Это не спецэффект. Верно, Джонни Кейдж. Так, начнем сначала. Еще раз, кто ты? Лорд Лю Канг, защитник земного царства. Бог огня. Ну, последняя точно верна. Что еще за земное царство? Я все объясню, Джонни Кейдж. Сейчас важно то, что вы оба были избраны в ряды его чемпионов. Почему он? Или, кстати, я. Потому что я верю, что вы не боитесь принять вызов. И потому что ваша служба изменит путь ваших жизней. Когда мы снова увидим Саб-Зиро, я поблагодарю его за вдохновение. Видишь, не действует. Может, действует слишком хорошо. Нам просто надо развивать проект. Мы сидим тут уже несколько месяцев. Я не могу создавать кинематографическую вселенную про чудовища магии внешнего мира, пока не увижу их сам. Поэтому ты здесь? Лю Кэнг сказал, что этот проект изменит путь моей жизни. Моя бывшая проклинает день, когда оставила меня. Как бескорыстно. Да ладно тебе, забитый. Ты просто хочешь вернуть свой меч. У нас у всех есть причины быть здесь. У кого-то важнее, чем у других. Мы собрались не для того, чтобы устраивать склоки. Мы будем сражаться за земное царство. Давно пора. Сегодня один из вас будет выбран для участия в турнире. Только один из нас, лорд Лю Канг? Но внешний мир выставляет несколько чемпионов. По правилам, такое преимущество дается стороне, проводящей турнир. Сейчас очередь внешнего мира. Не знаю, почему не спрашивал об этом раньше, но... Какие у нас результаты на этом турнире? Земное царство и внешний мир уже долгое время равны по силам. Но внешний мир становится мощней. Если он победит, его воинственные фракции станут наглее. Я думал, вы восхищаетесь внешним миром. Он обладает огромными знаниями, богатством и красотой. Но цели и убеждения у наших миров разные. Мы мирно существуем, потому что внешний мир уважает нашу силу. Если мы проявим слабость, наш соперник станет врагом. Я не проиграю, лорд Лю Канг. Для начала один из вас должен добиться права представлять нас. Избран будет тот, кто продержится дольше остальных. Райден, выйди вперед. Хороший выбор. Начало убери слабых. Джонни Кейдж, ты сразишься с ним. Готов к крупному плану? Ладно, погнали. Помни, фермер, я всемирно известная звезда боевых искусств. Не думай, что тебе по зубам такой орешек. I am ready, Johnny Cage. Я готов, Джонни. My mind and spirit Мой разум и дух сражаются как одно целое. Money shot. Corner pocket. Ah.
Why I don't need stunt doubles. This fight was an honor. Это был бой чести для меня. You're welcome. Поздравляю. Кенши Такахаси. Кенши Такахаси. Ты следующий. You have skills, Raiden. Ты убил боец, Raiden, но тебе не хватает опыта. На отсутствие опыта я восполняю сердцем. It's nerve, not heart. Сила духа, а не сердце помогает. As you know, I've been in hundreds of them. Shouldn't have taken you lightly. Нельзя было недооценивать тебя. Это не повторится. You still question my nerve? Ты еще сомневаешься в моей силе духа? I do not. Нет. Yours was a well-earned Ты заслуженно победил. You may rest, Raiden. This evening you Можешь отдохнуть, Рейден. Сегодня вечером тебя ждет последний поединок. Братцам 50 баксов на победу кумлау. Так неинтересно. Поставь сенто. Да не в жизни. Рейден. Кунлау. Победитель этого боя будет представлять земное царство в боях против внешнего мира. Это тяжелая задача. Недооценивайте ее. Если вы окажетесь сейчас, то не посрамите свою честь. I choose to fight, Lord Я хочу сражаться, лорд Люкан. As do I. Я тоже. Then may the best person win. Тогда пусть победит лучший. Concede, Raiden. Сдавайся, Рейден. You have never beat me. Ты ни разу не победил меня. That won't change today. Сегодня это не изменится. No. Нет? Если монахи нас чему-то не научили, так это потому, что единственная постоянная вещь во Вселенной — это перемен. Да блин, ты чё, собака? Ха-ха,
Тебе просто повезло, Райден. Да ты заколебался своими суперприемами, эй. О, я блок нашел. There is a first time for everything. Когда-то была первый раз, Конло. Although you have all trained well, Raiden has excelled. Все отлично подготовились, но Рейден произошел всех. Как я мог? Поздравляю, Рейден. На турнире тебе понадобится вот это. Он выкован старшими богами и дает владельцу способность управлять молнией и громом. Ну же, испытай его. Святой ковчег завета. Это потрясающе. Но необходимо ли это? Твои соперники из внешнего мира будут обладать не только огромной силой, но и могучей магией. Амулет уравняет ваши шансы. Будь осторожнее, Рейден, тебя могут ранить. Или даже убить. Ни один участник турнира не был тяжело ранен или убит. Я бы ни за что не послал своих чемпионов на смертельную битву. Через 7 дней мы отправимся в столицу внешнего мира Сундо. Турнир пройдет во дворце императрицы Синдел. Жителям земного царства внешний мир может показаться чужим и дурманящим. Не поддавайтесь его зову. Сконцентрируйтесь на своей задаче. Тошка, кажется, мы уже не в Канзасе. Ого. Это... Да, это дочери императрицы Синдел. Они не разочаровывают. Джонни, мы послы земного царства, мы должны проявить уважение, а не желанное внимание. Лорд Люкан, добро пожаловать. Благодарю, принцесса Мелина. Вы помните мою сестру? Конечно. Принцесса Китана. Позвольте представить вам. Джонни Кейдж, Кун Лао, Такеши Такаши и чемпион земного царства Рейден. Надеюсь, ты готов, Рейден. Наши чемпионы жаждут одержать верх. А я сильнее прочих. Слишком долго мы не знали вкуса победы. Принцесса Мелина, нам нужно идти, нас ждет императрица Синдл. Спасибо, Таня. Прошу за мной.
У них тут прям целый фестиваль. Это кентавры и шакалы. Шестируких существ называют на кандалы. Монахи рассказывали о них, но увидеть их лично. Вижу, ее высочество вновь не жалеет средств на фестиваль. А почему нет? Он в честь моего усопшего отца. Я впечатлен. Впечатлен, принцесса, я не осуждаю. Как и все в сегодняшнем мире, я высоко ценю знакомство с Джеральдом. Первый констебль. Наш путь должен был быть свободен. Нельзя было подождать. Я должна была позволить тарканам заражать город, Ваше Величество. Арестованные укрывали здесь, а не выдавали их для карантина. Жители Земного Царства не должны знать наши тайны, Лимей. Первый констебль Сундо должна принимать более разумные решения. Возможно, я слишком много от тебя требую. Похоже, принцесса Мелина ее недолюбливает. Лимей возглавляла Умгади, дворцовую стражу. Она была на посту, когда убили отца принцессы. Рэйли, беспокойство только впустую растрачивает энергию. Но если я проиграю на турнире, концентрируйся на своих действиях, а не на результате. Лишь их ты можешь контролировать. Боевая готовность. Приближаются шаблоны злодей. Генерал Шоу. Не дай ему спровоцировать тебя. Мне кажется, или чемпион Земного Царства тщедушнее обычного. Хочешь проверить его силу? Рейден. Он скоро себя проявит. Вы еще не рассказали большинству жителей Земного Царства о внешнем мире? Так безопаснее, генерал. Думаю, да. Слабый разум ваших людей не выдержит правды. Ты считаешь их слабыми, генерал? Разумно ли это, учитывая, сколько раз они побеждали в турнире? Мы уничтожим нашего чемпиона, Люкан. Он не познает победы. Приветствую, члены императорского дома. Приветствую, уважаемые гости из Земного Царства. Мы вновь собрались, чтобы почтить наследие моего покойного мужа. Продолжить турнир, который он основал вместе с лордом Люканом, в надежде, что это поможет сохранить мир. Пусть душа Джеральда с гордостью наблюдает за нами из живого леса, где она упокоилась. Лорд Люкан, императрица Синдел, я рад снова быть вашим гостем. Здесь вам всегда рады. Итак, давайте взглянем на вашего чемпиона. Ваше Величество, это Рейден, чемпион Земного Царства. Он заслужил свое место, воплотив в себе лучшие качества жителей Земного Царства. Ты нервничаешь, юноша. Я чужак в незнакомой стране. Я должен сражаться с ее величайшими воинами. Да, я нервничаю. Так и должно быть. Перед тобой лежит тяжелый путь.
It has begun. Началось. Как требует традиции, первым представителем внешнего мира будет первый констебель Сундо. Ли Мэй. Да защитит она славу нашего царства, как защищает порядок в столице. Ваше Величество, я отстаю честь императорского дома и всего внешнего мира в бою. Тогда ты сильно превзойдешь мои ожидания. Помни, если бы не установленная Джеродом традиция, тебя бы здесь не было. Тебе нужно просто приложить все усилия. Остальное получится само. Да, лорд Люкан. Посмотрим, что ты умеешь. Надеюсь, это будет первая победа из многих. Я держу верх землян. Признаю, было сложно. Спасибо за бой, первый констебль. Мои поздравления с отличным боем, Рейден. Мы посмотрим, как ты справишься в следующем. Генерал Шао, кто будет нашим следующим чемпионом? Ваше Величество, я выбрал Рейко, моего заместителя. Рейко лишился родителей во время Каофанской войны, он попал в плен, но его дух не был сломлен. Он царапался, кусался и выжил. После войны я взял его к себе, превратил в идеального солдата. Мало кто сравнится с ним в знании путей войны. В чьей армии ты служил? В каких войнах сражался? Ни в какой, ни в каких. Тогда вы... Ты не готов, Земля. Я не бывал на войне, но я воин. Я
Что ты, блин, заколебал? Простой фермер одержал победу. Я готов к следующему сопернику, Ваше Величество. С кем мне сразиться? Терпение, юноша. Мы продолжим турнир с первыми лучами солнца. Надеюсь, я увижу всех на вечернем банкете. Прошу прощения. Тебе же 10 тысяч лет, да? Ты стареешь как вино. Что вы в нем нашли? Он герой, Рейден. Хотя, возможно, сам того еще не понимает. Знаешь кого-нибудь из собравшихся? Да, большинство. По вашим описаниям. Всех, кроме него. Это Рейд, верховный маг внешнего мира. Это имя он получил не при рождении, а за свое владение магией воды. Принцесса, вам плохо? Я в порядке, Таня. Знаю, мне придется сразиться с Милейной, с Таней тоже. По традиции не должен. Если все же это произойдет, значит, тебя испытывают. Зачем? Умгади такие, как Таня. Это жрицы-воительницы, избранные среди перворожденных дочерей внешнего мира. Их с младенчества готовят защищать императорскую семью. Должно быть во внешнем мире много опасностей, раз императрице нужна такая защита. В прошлом было особенно тяжело. Последние 1000 лет правления императрицы Синдел можно назвать истинным золотым веком. Но воспоминания о том конфликте остались. Мой муж Джаред верил, что будущее наших царств переплетено друг с другом. Давайте двигаться вперед в духе открытого общения, не позволяя тайнам разорвать нашу связь. Ваше Величество, для меня честь быть здесь и познакомиться с вашим народом. Я уже вижу, что у нас больше общего, чем различий. Наши народы ни капли не похожи, чемпион. Что? Ты слышал меня? Земляне не обладают. Довольно, генерал. Прошу прощения, Ваше Величество. Пожалуй, я переборщил с этим потрясающим вином. Если позволите, можешь идти. Мало того, что мы можем проиграть землянам, так ты еще напиваешься и оскорбляешь их? Ты без нужды запятнал мою честь и гордую военную традицию своей семьи. Позвольте откровенно, Ваше Величество. Опять? Говори. Нельзя забывать о пророчестве колдуна. Он предупреждал, что Люкан попробует завоевать внешний мир. Его предсказания обычно сбываются. Но я не вижу доказательств злых намерений со стороны Люкана. Его вмешательство столетиями поддерживало мир во внешнем мире. Он вынуждает нас на компромиссы, сковывает нашу независимость. Если бы мы могли сойтись с врагами в бою, то ты обречешь нас на вечную войну. Все лучше, чем быть на побегушках у Люкана. Если я увижу, что предсказание правдиво, то мы будем действовать, но лишь тогда. И только по моей команде. Разве твой прославленный отец не учил тебя, что война — это последнее средство, а не первое? Учил, Ваше Величество. Не забывай об этом, генерал.
Войдите. Ты звала нас? Я видела, что произошло вечером. Ерунда, я просто съела что-то не то. Да? Я не могу просто надеяться на лучшее, если завтра ты будешь сражаться, твои симптомы проявятся. Китана заменит тебя. Что? Люди и так уже шепчутся, что она должна быть твоей наследницей вместо меня. Теперь они будут об этом кричать. Ты сама виновата в своей болезни. До сих пор не понимаю, почему ты тогда покинула дворец без свиты. Мне просто нужно было побыть одной, подальше от всего этого. Я не думала. В этом твоя проблема, Мелина. Ты не думаешь. Мать лишь пытается защитить тебя, сестра. Если твоя болезнь узнает, тебя изгонят в пустоши. Чтобы ты взошла на трон, секрет надо сохранить. Рейден, ты продолжаешь удивлять. Ты победил Катали, Матара и Шиу, помимо прочего. Осталось два боя. Ты готов, землянин? Да, Ваше Величество. Теперь ты сразишься с моей дочерью. Китаной. Ваше Величество, это неслыханно. Райден должен сразиться с вашей наследницей. Мелина не может сражаться. Она уехала по важным делам Империи. Но я не готовил ее к бою с Китаной. Он уже продемонстрировал свои навыки. Разве он не может импровизировать? Не волнуйтесь, я справлюсь. Хорошо. Со мной будет не проще, чем с моей сестрой, землянин. Но я не было подобных иллюзий, Ваше Высочество. Я держу победу. Ради моей императрицы и всего внешнего мира. Вы хорошо сражались, принцесса. Ты тоже землянин. Удивительно хорошо. Надеюсь, мы снова встретимся при других обстоятельствах. Настал момент последнего боя. Зайдя так далеко, ты доказал свои способности. Но теперь тебе будет противостоять генерал Шао. Победитель Тервуарианской войны, покоритель равнин Куатана, защитник побережья Навала. Как и многие поколения его предков, генерал Шао доблестно и непоколебимо защищает нас. Весь внешний мир благодарен ему за службу. Впечатляющий список заслуг, генерал. Это лишь их часть. Do not test me.
Да, блин. Все кончено. Я справился. Поздравляю, Рейден. Earthrealm wins. May I assist you? Могу я помочь? Не подходи, землянин. Well done. Отлично. Ты превзошел мои самые смелые ожидания. Thank you, Lord. Благодарю вас, лорд Люпен. Благодаря тебе, жаждущие войны жители внешнего мира вновь усмирены. Идем. Попрощаемся с нашими хозяевами и вернемся в земное царство. Отлично, да? Это было потрясающе, Райден, ты показал всем этим внешним мирцам. Гирис, мой старый друг. Мы тысячу лет не виделись. Я рад встрече. Взаимно, Лукан. Я следил за вами с помощью песочных часов. Вы наслаждаетесь своей ролью защитника земного царства. Она подходит мне куда больше, чем роль хранителя времени. Я никогда не желал заменить Хронику. Она шла с ума, выстраивая историю. Я не хотел разделить ее судьбу. И поэтому я буду вечно благодарен за то, что ты вызвался охранять песочные часы. Несмотря на то, что я отказался от их силы, новая эра началась, как и должна была. Вы создали меня по своему подобию. Долг для меня превыше всего. Я, конечно, рад тебя видеть, но ты не пришел бы просто так. Что-то случилось с песочными часами? Они мне кое-что показали. Что, Герас? Когда вы перезапустили историю, то изменили судьбу определенных злодеев, чтобы нейтрализовать их. По крайней мере, один из них противится своей судьбе. Шан Цунг. Так. Он сбежал от своей бессмысленной жизни и пытается стать могучим колдуном. Он уже пробился на двор Синдел. Я не видел его во время турнира. Но если эта змея нашептывает Синдел, ваше видение мира уже может быть под угрозой. Благодарю за предупреждение, Герас. Прошу, вернись к песочным часам и попробуй выяснить что-нибудь еще. Значит, мы найдем его во внешнем мире, приведем сюда и допросим? Да, если произошло то, что я опасаюсь, то он смертельная угроза царству. Что-то еще? Шан Цунг мастерски лжет. Не верь ни единому его слову. Он похож на моего первого агента. Это сложное задание. Я бы хотел, чтобы со мной пошел Рейден, а не этот. Этот справится с делом. Задание нужно выполнить незаметно. Я нарушаю слово данной императрице Сидну, отправляя вас во внешний мир без ее ведома. Из-за турнира Рейден стал известен. Он бы лишь увеличил риск вашего обнаружения. Этот талисман настроен на Чи Шан Цуна. Он укажет путь к нему. И будьте осторожны. Да защитят вас старшие боги. Мы пришли? Опять? Я что, 5?
Что мне ответить? Эти ботинки не созданы для ходьбы. Если это вся боль, что ждет тебя сегодня, считай, что тебе повезло. Но мне уже повезло. У меня на спине висит Сенто. Я верну его, Кейдж. 3 миллиона, и он твой. Ты знаешь, что их у меня нет. Уверен, твои дружки якудза найдут нужную сумму. О, точно, ты их послал. Если Голливуд меня чему-то и научил, так это тому, что не надо зажигать мост. Никогда не знаешь, кто тебе поможет. Якудза, пиявки, сосущие кровь тех, кто не может сопротивляться. Я вырос в твоем мире и никогда не понимал его, почему моя выгода должна быть чьей-то болью. Я вырвался и должен освободить свой клан. Мы больше не будем преступниками. Что говорит твоя прелесть? Шан Сун среди этих штук. О, поклонники оторвутся, когда будут косплеить их на Кейдж-кон. Держите его. Мне не извлечь костный мозг, пока он дергается. Это Шан Сун. Давай навалимся на него. Кейдж, мы обойдемся без трагедии из твоих фильмов. Пустите. Так нельзя. Рана скоро заживет. Это малая цена за прогресс. Если подумать, эта сцена хорошо идет и без нас. Да. Пусть заканчивает. Мы должны спасти Шан Цзуна. Ну-ка, он нужен живым. Если бы не вы, я убил бы его. Понимаю твое желание, но нельзя. Ты его прислужишь, ты умрешь вместо него. Ты не остановил его, а только разозлил. Погоди, позволь мне объяснить.
Понимаю, как это выглядит, но мы не работаем на Шинзуна. Тогда сейчас вас на него. Потому что Лю Кан, защитник Земного Царства, хочет допросить его. Он думает, что Шинзун может угрожать обеим нашим царствам. Я Кенши Такакаши. Наши люди не пожимают рук. Прости, я не хотел оскорбить тебя. Ты не знаешь, кто мы? Нет. Мы жертвы Тарката. Эта болезнь сложно заразиться, но лучше не рисковать и обойтись без контактов. Она уродует, потом сводит с ума. Со временем она превратит нас всех в кровожадных чудовищ. У нас один выход — смерть. Значит, ты не всегда был таким? Когда-то я был богатым торговцем. Когда я заболел, меня изгнали. Теперь я управляю этой колонией. Я Барака. Зачем Шэнг Цун твой костный мозг, Барака? Не знаю. Он каждый месяц за ним приходит. Освободи нас, и мы поймаем Шэнг Цуна. Я обещаю, мы выясним, зачем он сюда приходит. Освободите их. Спасибо. Мы тебя не подведем. Черт. Эта штука вела нас к Шэнг Цуну. Теперь нам его не найти. Его лаборатория неподалеку. Я отведу вас. Ты знаешь, что нас там ждет? Нет, никогда не был внутри. Стой здесь. Мы все проверим. Так, ладно. Предлагаю на этом закончить сегодняшний ролик. Что там, 48 минут? В принципе, для Mortal Kombat нормально. Продолжим в следующий раз. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.